5 человек погибли при обрушении здания в столице Индии. Еще 7 получили серьезные травмы. ЧП произошло в западной части Нью-Дели. Под завалами 4-этажного дома могут находиться еще около 10 человек. На месте происшествия сейчас работают бригады спасателей и пожарных. По предварительным данным, здание обрушилось из-за строительных работ на соседнем участке. В моей семье 7 человек, 3 сына, 2 дочери и мы с женой. Только теперь жена умерла, а одну из дочерей до сих пор не могут найти.